Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман и Юрчик, и мы продолжаем играть в GTA 5 Online, это рубрика «Битва воров». Здорово, народ! Сегодня, ребятушки, мы приехали в Норт Янгтон, точнее, Северный Янгтон, и именно здесь посмотрим, что же хранится в гаражах этих жителей. Господи, я уже что-то вижу, байк окей. Вообще не едет. Слушай, я вижу, что нам будет сегодня сложновато, как минимум, потому что... Ай, фак, это так лениво по снегу. Кстати, у кого снег, пишите обязательно в комментариях, посмотрим. А, и пишите, кстати, район, в котором проживаете. Я приехал... У меня минус 25. А, у меня минус 10. Я приехал, короче, на ферму какую-то и... А, что? Нифига. Ребята, вы тоже его еле-еле заметили? Я его случайно, короче, приметил. Это, получается, карт, он стоял в... Карт? Да, карт возле, короче, фермы. Офигеть, я его случайно вообще заметил. Прям, ой. Слушай, вообще хорошо идем. Так. Ну, вот так вот. Я на самом деле одну машину угнал, сейчас еду дальше, смотреть, что тут есть. Короче, я тоже угнал первую тачку, вот, еду сейчас за второй, времени пока 40 секунд, что-то пока лениво. О, зачем я ее угнал? Я понял, а что ты угнал? Ламбу. Ламбу угнал? Кстати, вижу ламбу. О, нормально. Люди, короче, без крыши ездят, как им не холодно, не понимаю. Так, ну так и да. Можно проехать вот так вот, спасибо. Я видел именно в этом дворе что-то интересненькое, поэтому давайте заедем сюда и... даже так? Окей. Окей, хорошо. Я забираю вторую тачку. Я, кстати, вижу, у тебя тут моток, ты, получается, сюда ламбу забрал, да? Ну, да, я отсюда забирал, да. Ну да, нормально. Так, а можно, пожалуйста, не дрифтовать? Ты решил мне под 5,8 лямов? Я согласен. А, Бугатти, типа, да? Ну, да. Я, знаешь, я работаю на качество для испытаний, то есть хорошие такие тачки стараюсь выбирать, отбирать, пока есть время. Половина у нас прошла, я всего лишь только две угнал. У меня уже третья. Третья? Так, а где? Третья. А, вон карт мой. В смысле третья, где вторая твоя? Вот ламба, а вторая где? Она отъехала. А, вон Дзенва? Нихера себе, ты уже три нашел. Ты жесткий, кстати. Господи, у меня ноги мерзнут. Короче, я там кое-что видел интересненькое, как раз таки под... Я видел что-то другое интересненькое, я его заберу. Точняк. Так, ребята, отлично, давайте мы его забираем. Это получается у нас гелендосик. Шикарно, еще одна машина шла хорошая. Какое? Ламба. Авентадор. А, я понял. Я понял. Короче, остается тут буквально 40 секундочек, как бы... Так, есть... Ага, я понял, есть зонда? Есть зонда, а тут есть что? А, даже так? Короче, я забираю последнюю тачку, братан. Ха, угадай, что? Не знаю. Это читерский Крайзлер, точно, вот. Который прыгает, понял? Возле церквушки тут пару тачек стоит, и это, собственно, не может не радовать. Ты что, я, короче, успеваю, да, забрать последнюю машину. Нихера себе, ну да, повезло тебе. Успел ты достать опять-таки близ стоящей тачки. Как я ненавижу эти акумы гребаные, кто их придумал? Не знаю, но они явно нам помогают сегодня обогатиться, потому что я угнал... А стоп, я 5 тачек угнал? А нет, стоп, это же лампа твоя. Фак, я что-то себе уже прикарманил, думаю, нифига, 5 тачек угнал. Ну окей, ты забрал Хаммер, время кончилось, и мы, собственно, с тобой справились с задачей угнать тачки за 3 минуты. Как бы все просто, сейчас мы подсчитаем цены и тогда продолжим. Ребят, ну как я и говорил, я работал на качество тачек, у меня, в принципе, практически все читы, стоит это все, ну, около 2 лямов, если все сложить, и дорогой только финир здесь. А у тебя что? У меня все очень хорошо, 12 лям. Я работал на качество всего. Ну да. И благополучие своего тоже. 5, там тоже где-то около... Ну да, в принципе, так оно и выходит. Окей. Балл за стоимость опять забираешь ты, но мы тогда давай отправимся на наше первое испытание. Ну что ж, друзья, первое наше испытание. Решили мы сделать спринт по заснеженным дорогам Янгтона. Будет интересно посмотреть, потому что такого мы давно не проводили. Поэтому давай, на счет 3. Раз, два, три. Гоу! Кстати, ой, хорошо у тебя идет, кстати, да? Шикарно. Ой, аккуратно, надо, ой, нифига, вот эта бочка красивая. Ты еще и на колеса встал, ты офигел, просто лакер. Тихо, тут по тормозам так нормально, ну слушай, я бы не сказал, что финир херово идет, но вроде неплохо, так тут повороты эти. А, слушай, надо устраивать арабский дрифт. На самом деле, нитро, когда прожимаешь, машина прям плывет жестко. Ты вообще рядом, да, получается? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, главное проходить. Главное пройти. Да боже! Развернул. Я еду. Ты тоже, кстати, развернулся, да? Нормально.
Нормально, короче. Я улетел. Так, мы едем до церквушки, поэтому прямо сейчас у нас поворот. Ты там где? Тебя подождать, может, а? Ну, да, ладно, давай. Короче, я думаю, что тут и так все понятно. Понятно, у меня тормозов нет. Одержал победу, отлично. Боже, что у меня с виниром непонятное. Капец. Окей, ладно. У меня замок, конечно, летал, да, сегодня хорошо. А, ты туда улетел? Ну да, у тебя тормозов нет. Быстрая, без тормозов, поэтому ты страдал сегодня. Ну и следующее наше испытание, ребята, это прыжок в длину. Короче, ты взял ламбу, я взял Крайзлер. Когда-то давно он нам хорошо помогал выигрывать и летел до кубов, да? Вопрос, ну, что будет да. Сейчас. Но у меня 600. Ай-яй-яй, как тебя обойти? Да? 700? А! Что? Ты взорвался? Ты взорвался? Нет, я в тебя врезался. Да, что? Ты, короче, врезался, возможно, в меня, но у меня ничего такого не было, лишь только я взрыв слышал от тебя, и все. Я прыгнул. Это чуть дальше стройки. Это ножнички. Ну, даже где-то чуть-чуть дальше. И в итоге давай ждем тебя. А, кстати, а что? У меня, короче, прикинь, заснеженные колеса на Крайзлере, как будто мы сейчас по снегу ехали. Прикольно. Ну, возможно, возможно, да. Прикольно, да-да-да. Я прыгнул, но прыгнул довольно-таки стремновато, я бы сказал. Ребята, видите вот эту маленькую пиксельную точку? И самое прикольное не это. Ты ударился в здание? Серьезно? Ты ударился в здание ФБА? На самом деле, надо бы перепрыгнуть по-хорошему. Это уже будет третья твоя попытка. Итак, ребята, я сделал еще один прыжок. Теперь, кстати, я лечу немножко левее здания вроде. Кстати, у меня тоже, у меня все днище, все прям в снегу. Нет, нет, падай. Да, я примерно и думал, что она куда-то сюда и пролетит. Но это стройка, чуть дальше стройки. В любом случае, Крайзлер улетел подальше. Это уже, оказывается, мой второй балл. И, как я говорил, сегодня я работал на качество по испытаниям. Да тебе тут повезло, потому что разница 50. Ну, у меня тачки просто к этому как раз таки приспособлены. Ладно, погнали к следующему нашему испытанию. Ребят, ну что же, следующее испытание — дерби до двух побед. И, честно сказать, если бы я видел Хаммер изначально, я бы его, наверное, забрал, а нежели этот гелик. Ну, посмотрим, давай, 1, 2, 3, го. Надо что-то с тобой придумать, потому что, ну тут опасно. Прям. Да, понятно. Я не вписался идеально, придумал, как нужно. Да. Ну, уже неплохо, так сказать. Балл есть, и давай второй. Мы также заработаем. На ну, так же вряд ли у тебя получится. Давай. Я понял. Жить. Ребята, жить, валить, сваливать. Так. Ты серьезно? Да, я живой. Давай. Ну, и? А, ты сегодня решил немного так аккуратно заезжать, да, сюда? Жить. Я понял. Я долго с тобой кататься буду? Я не успеваю тебя подлавливать. Ой, красиво. Окей. Допустим. Хорошо, давай, короче, еще раз. Последний, так сказать, решающий раунд. 1-2-3 гол. Давай. Поехали. И, короче, сразу просто вот так вот. То есть тебе похер, да? Всем. Ну, на самом деле, так и должно было быть все. Я тупо не вписался, я ненавижу это испытание, потому что спешишь, и в итоге вот такое происходит. Ладно, как бы ты сравнял по баллам 2-2, это было изначально понятно, что против Хаммера тут сложно что-то показать. И давай тогда отправимся на наше предпоследнее испытание. Ребят, ну что же, давно мы не съезжали с горы Чили вот именно в дырдочку, и сегодня я решил это сделать. А, ты так пошел решил ты сделать? Ну, допустим. У меня шансов нету. Хорошо. Но мне же надо было где-то карты использовать. Я думаю, что именно это испытание для него прям идеальное, да? Ты где там? Я дрифчу среди сосен. А что? Подожди, я не слышу. У меня, короче, двигатель работает на карте, как будто на холостых. То есть, а вот, все, появился звук. Звук движка. Ну, я типа все. Ну, тут понятно все, что. Я залечу, интересно, дырочку. Нет, я пролетел. Не взорваться. Серьезно? Не взорваться, главное, да. Ты где там? Так, я слышал, что взорвалось. Да. Я случайно, короче, нажал на газ, и он поехал. Ну, в любом случае, я заехал, да, восстановил тачку, и в принципе. А что ты восстановил-то? У нас тут, если останавливаться или взрывается, то это как было так-то. Серьезно? Ну да. Да ладно, когда такое было, я что-то об этом. Тут всегда так было, вот и я приполз. Все, здравствуйте. Наконец-то. Ну ладно, пишите комментарии, ребята, что вы думаете по этому поводу. Вроде бы как у меня и так были все шансы победить. Ладно, в итоге, что скажете, то и будет. А мы тогда отправимся на наше последнее испытание. Ну что же, друзья, маленькое перевоплощение. Теперь мой финир стал Веном. Я думаю, что это ему поможет пролететь дальше, поэтому... У него слишком длинный язык, и я тебе предлагаю им как раз... Блин... Такой себе. Короче, я пролетел, братан.
Все, я даже, кстати, качусь. Ну, это явно будет не рекорд, но все равно балл там мой. О, ты еще и качишься? Я второй раз прыгну, чисто ради интереса. Ну, прыгни, мне кажется, хочу ветряки не целовать. Ну, на самом деле, Бугатти, да, она хоть и прыгает, она такая себе. В любом случае, ветряк О, расстроился. Видишь? А, да, кстати, вижу, появилась. Кстати, он плывет. Смотри, плывет. Смотри, плывет. Это не считается, так тормози. Все, отлично. Ладно, ребята, в итоге последний балл я заработал. Это, получается, мой третий, и у нас непонятки были как раз-таки со спуском, вот, поэтому пишите в комментариях. Если же я проиграл, то тогда у нас будет ничья, если же выиграл, то тогда, в принципе, моя уверенная победа, вот. Ну, а мы с вами прощаемся, спасибо всем огромнейшее за просмотр, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Пока, народ.